Светлана Владимировна из Абакана — малообеспеченная многодетная мама. Ее детям положен отдых в загородном летнем лагере. Но женщина уже 2 года не может отправить детей отдыхать. Она обращалась в соцзащиту Абакана, но там только развели руками. Путевок министерство выделяет мало. В Минсоцзащиты Светлана Владимировна тоже обращалась, но ответа не услышала. Женщину интересует, сколько в этом году выделено путевок и когда в итоге ее дети 10 и 14 лет смогут отдохнуть в лагере. В Минсоцзащиты пояснили, что в этом году на Абакан было выделено 282 путевки в загородные лагеря и 56 в санатории. Все путевки бесплатные. Однако предоставляются путевки в порядке очередности. Возможно, очередь детей Светланы Владимировны еще просто не подошла. Но в любом случае, ей нужно дважды в год обращаться в управление соцподдержки Абакана для уточнения очереди.